Координатор этого движения Дарина Соловьева рассказала о намеченных совместных действиях. Команда продолжает оказывать посильную помощь инвалидам, пожилым и людям с ослабленным здоровьем. Волонтеры покупают и доставляют продукты, оплачивают квитанции ЖКХ, приносят лекарства. Сейчас акция «Мы вместе» она объединяет более 400 волонтеров по всей области. Это студенты, представители молодежных и добровольческих организаций и люди среднего возраста. На совещании обсудили, как максимально сохранить рабочие места, поддержать людей в период пандемии и сохранить их доходы, а также как помочь предприятиям малого и среднего бизнеса в период локдауна. Я думаю, что сегодняшним результатом нашего заседания является вот такое вот объединение усилий и правоохранительных органов в лице сил управления МВД по Новгородской области, и Роспотребнадзора, и органов власти, непосредственно отвечающих, например, за торговые центры, то есть это Министерство промышленности и торговли Новгородской области, общественники. Представители общественных организаций и предприятий отметили важность информирования граждан о необходимости соблюдения всех мер предосторожности в период коронавирусной инфекции.